Всем доброе утро, все живы, все здоровы. Мамуля, как голова? На месте. На месте. Ой, это кто у тебя, Софья? Акулиха. Акулиха. Ты дала ей уже имя? Нет, это Акулиха просто. Просто Акулиха? Да. А сколько времени сейчас? Сейчас 10 или 11? Ну, в общем... Новый год начался, мы решили 12. Тут... Да. 12? Да. 12. Мы сели завтракать. Я вчера напилась этого шампанского кисляка, больше не хочу. Буду нормальный человек пить пиво. А мы водочку. Так вот. Водочка. Понятно. А я детская шампанское. Детская шампанское. В общем, Евгений, говори, что всех с наступившим... С Новым годом. Детская шампанское очень-очень вкусная. Все там еще. Радости, добра. Да, можно попробовать. Что там, здоровья, будьте здоровы, со светлой головой всегда. Да, да. Сейчас мы покушаем, я покажу еще наши подарки. Там, Евгений, ты готов еще тебе этот складывать это тетрис? Ё-моё, тетрис. Органайзер. Дед Мороз принес Софье органайзер, и вот нужно будет его сложить. Я думаю, сегодня. Сложим, конечно. Да? Да, пришел органайзер, а получится что-нибудь другое, да? Я Деду Морозу в этом на 25-й год напишу, чтобы он больше не приносил таких больших игрушек. Что там происходит? Съела руку. В прошлом году Мишку принес, вот тот, который там в углу. В этом году акулу. Если так каждый год по большой игрушке, у нас место будет. Места для этих игрушек не хватит. Будь с такой шапкой ходить в школу. Приятного аппетита, увидимся. Это классика, да? 1 января посмотреть фильм. Тортик застыл, можно кушать. Жека, будешь? Не, я потом тоже. Я буду. Так, ну что, начали складывать органайзер. Папуля, а что там опять не так? Или все так? Да, все так. Заяц. Да? Заяц. Вот так, но надо держать его. Заяц. Ты не поверишь, что это, Софиюшка. Подожди. А ну-ка. А ну-ка, сделай. Ну-ка. О. И что это? Сейчас. Так, а ну, такой кусочек ищи. А вот что это у вас тут лежит? О, я его как раз ищу. Ну вот, Софиюшка, я тебе сейчас что-то дам. Зайца подними. Мой телефон как у тебя грязный, заляпанный. Сразил заяц на повал. Понятно? Типа его ручки вот так вот? Ну, типа его ручки, да, это подставка под телефон. Сообразили, куда гвоздики надо пихать. Я же тебя вчера научил. А, ну да. Вчера стол крутила, а сегодня... Софишка, ты пойдешь, может, мебель будешь делать? Кто это? Как называется этот человек? Нет, она будет разрабатывать. В другую сторону. Другую. Вот. Я хотела стать дизайнером интерьера как раз. Смотри, сколько гвоздиков. Вот эти все гвоздики, получается, надо куда-то запихнуть. Это саморезы. Ну все, нам, девочкам, это гвоздики. Можем назвать еще вот эти штучки. Нет, София, надо правильно называть. Кстати, а это вот эти картинки, это Мариничка заказала. Попросила у Деда Мороза. Вот он принес его эти картинки. Набор тематических карточек. Вот эти 50 штук. И вот такой вот еще. Такие вот еще. Тут 55 штук. Давай, одевай. Тоня. И тапки. Обалдеть. А тебе не маленькие тапки? У тебя тапка, пятка висит. Нет? Нормальный? Каждый год Дед Мороз приносит Жеке тапки. Вот на тебя расходов сколько. Тапки на один год всего лишь.
Так, у Софиюшки. Софиюшки сложили, сложили. Да. Сейчас мы вот это, наверное, вот так вот это надо как-то благородить. Красивенько сложили. Все, это мне не надо, это мне не надо. Как-то не надо, надо. Смотри, вот сколько здесь карандашей надо перебрать. Нет, не надо. Половину сюда, что-то там будет. Так. Отлично встал сюда на полочку, шикарно. Да. Мариника, что такое происходит на кровати, не поняла. Нормально? На столе места нету. Подарочки от Деда Мороза Маринички. Классная шапка. Повернись, давай я уши покажу. Глянь, класс. Просто одно смущает, что у нас на улице тепло. А Мариника говорит, в феврале будет холодно. Как раз шапочку и оденет. Прикольно. Карточки. За Stray Kids. Stray Kids, если кто не знает, это такая группа, да? Да. И вьетнамская, корейская. Корейская, южнокорейская группа. Вот. В общем, это карточки с исполнителями. И здесь еще что? К сумке. Тоже со Stray Kids. Stray Kids, название группы. Угу. Это автографы участников. А, это автографы? А я, слышь, не поняла. Думаю, что за писанина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Их девять? Их восемь. А, это просто улыбка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, я не то посчитала. Вот. Точно. Раз, два, три, шесть, семь, да. Их восемь участников. Ван Чан, Чан Бин, Хан, Хён Джин, Ферик, Чан Ин, Сын Мин и Мин Хо. Понятно, всех знает. И сумка такая же. Да, Stray Kids. И тут еще были значки, но я только один. Ну, нормально. Хорошая сумка. Ну, куда-то идти или куда-то, если даже в поездку поехать, вот сумочка есть. Так что можно или сумку взять, или шопер взять, никаких пакетиков. У нас же еще Святой Николай вот такую сумку Маринике принес спортивную на карате, да? Так что ты вся в сумках уже. Ну, нормально, отлично. Это еще впереди Рождество, наверное, будут какие-то подарки. А потом у Маринике еще 1 марта день рождения, какие-то подарки. Обалдеть, не встать. Там еще 8 марта. А, еще 8 марта. Ясно, одни сейчас подарочки. Я покажу. Вот, это вся группа. Короче, 8 смазливых мальчиков. Ну ничего, они поют нормально вроде. И, ну как, они нормально. Красиво поют. А танцуют вообще нравится. Естественно, у них постановки красивые. Так, Мурчела. Мурчела, тебе Дед Мороз принес что-то? По-моему, Мурчели, да? Мурчела у нас только остался без подарка. Ну ладно. Скажи, мне и так хорошо тут живется с вами. Подарочек от Деда Мороза. Пауэрбанк. Нужная вещь. Да, мне такое надо. И обалдеть не встать. Ну ладно, пусть будет.